Уж нечего было предъявить. Анекдот. Это же до такой степени смешно за анекдот сажать. Но сажали людей за анекдот. Да, и это большая редкость. Монумент, расположенный в центре города, это довольно редко было. А я считаю, что это хорошо, потому что репрессии были не в специально отведенных местах. Брали в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждой квартире, понимаете? А ее нужно раскрыть, чтобы люди знали и чтобы не было повтора. Но мы говорим, что все развивается по спирали. Но это спираль черная, страшное дело. Не дай бог, если повторится. Но сторонники этой системы еще существуют, к сожалению.